Так, полицейские на пересечении проезжих частей останавливают транспорт. Так, вот у нас полицейские проезжают в кустах. Здравствуйте. Обращение к вам можно сделать? Можно. Секунду, что делать? Угу. Говорить вам? Ну, представьте сначала. Здравствуйте, старший полиция Жук. Владимир Николаевич. С кем я имею разговаривать? Павел Владимирович меня зовут. Документы ваши будут. Вот. Документы потом. Вот. Так вот, у меня к вам суть обращения такая. То, что видите, у вас машина стоит невидимая участникам дорожного движения. В соответствии с пунктом 97 административного регламента 186-го, машина должна быть максимально видима участникам дорожного движения. То есть я сейчас специально проехал оттуда, отсюда, ее не очень хорошо видно. Почему не видно? Вот. Я не прячу ее нигде. Да ладно, а вот эти кусты это что? Не создает помех никому. Согласен? Не создает, специально, согласен. Специально поставил, чтобы не создавать помех. Ни на середине, не нарушать правила дорожного движения. Согласен со мной? Ну, там вы видимы, по крайней мере. Вы можете включить проблесковые маячки, а тут вы невидимы. Я не прячусь никуда. Не, я могу объяснить вам, почему это сделано и почему это надо делать, почему это по закону надо делать. Потому что вы предупреждаете участников дорожного движения о своем присутствии на дороге. Следовательно, безопасность дорожного движения будет существенно выше. Потому что человек будет видеть и, собственно, все. Вот. Но там, кстати, насколько я понимаю, не считается пересечением проезжих частей. Вот. А тут считается. Тут вы останавливаете машины, кстати, с нарушением 66 пункта административного регламента. С нарушением ПДД на 12.4 пункта. На пересечении проезжих частей. Вот, машина стоит. Е-157 УУ. Форд. Ну, какая суть вашего обращения? Скажите, пожалуйста, что нужно делать? Что нужно сделать? Ну, смотрите. Если вы вот сейчас я уйду, вы переставите машину, я не буду писать обращение, жалобу на вас. Вот. Если вы больше не будете остановить машину тут, а будете там, ну, нет, там. Как вот вам там? Угодно. Да, да. А там не будет нарушений? А там видите, где островок безопасности? Нет. Вот видите там, где огорожен бордюром? Видите? Бордюром. Вон, там, видите? Там будет посреди проезжей части стоит с нарушением правил. А тут без нарушений? Вот это я его остановил, а вот я стою без нарушений. Вы без нарушений, но у вас есть 97-й пункт административного регламента. Вы должны быть максимально видимы участником дорожного движения. А я что, не видим? Нет. Вот я специально проехал оттуда и оттуда, я же вам говорю. Ну, то, может, вы не видите. Нет, ну как, я который раз уже к вам подхожу. Ко мне лично? Не, не к вам, к тем самым, к вашим коллегам. Ну ладно, суть обращения пока что запишем по поводу парковки. Вот. Просто я понимаю, вам тут в теньке удобнее стоять, но... Людей никому не мешает, под колесом. Нет, я с вами согласен, но надо что же соблюдать правила. Машину здесь не прячь, ни за каким забором. Потому что дерево растет, вопросов нет. И все видно, вон оттуда, пожалуйста, прекрасно машину напрягать. Ну, не особо. Она должна быть максимально видима. Ну, машина действительно стоит без нарушений, но видно ее тут за деревьями, не знаю, так, достаточно слабо. Атри 7:30, 99 регион. Я не снимаю. Почему? Меня не снимать. Я тебе не разрешаю. Не надо мне твое разрешение. Понимаешь, ты в общественном месте, поэтому тебя можно снимать тут где угодно. Смозду, что ли? Меня не снимать. А то что? Я тебе не сказал, а то что? Ну.
Так что, будем писать? Что писать? Документы. Обращение. Обращение будете принимать? Пожалуйста, пишите. Вам листочек дать? Ну, давайте вы с моих слов запишите на листочек, согласно 736-му приказу. Я же могу вам предоставить. Написать, у меня просто руки заняты, мне неудобно писать. Я вам дам ручку, пожалуйста. Не, мне руки заняты, неудобно писать. Давайте вы запишите, и я подпишусь, распишусь. Вот. У вас тут, кстати, часто замечал полицейские местного отдела, вишняки. Проезжают, то фара у них не горит, то обе фары не горят. Вот. В общем-то, на них не реагируют. Так, ну давайте, как вам удобно, садитесь, я продиктую вам суть обращения. Ну, вам запишите. Будете писать, нет? Вы запишите с моих слов. Лучше сам запишу. Вы можете написать? Вы я запишите. Уже работать буду стоять. У меня сейчас... Нет, вы сейчас работаете, вы принимаете обращение. Отрываетесь от дела. Нет, вы, во-первых, не работаете, а служите. Вот. Во-вторых, вы принимаете обращение согласно 736 приказу. То есть в устной форме под запись. Вот. Что это за обращение? В устной форме под запись? В устной форме под запись. По 736 приказу, 14 пункту, вы обязаны принять обращение в любой удобной мне форме. Диктуй. Так. Ну все, наверное, число подписи. Самойлов в отпуске сейчас кто-нибудь другой, наверное, рассмотрит. Вот. А так я уже неоднократно тут писал. Вот. Я знаю. Да? Я знаю, что... Ходил. По Вишняковской 29, это самое, там установили эти самые. Я уж понял, с кем я общаюсь. А, я просто с тобой заходил, он там говорил. Вот активист вот такой конкретно, да? Борешься. Да? Учишься, наверное, на адвокат нибудь, нет? Нет. Нет? А там обычно люди так вот, ну, когда учатся, тебе набивают практику, вот, это как правильно делать, нет? Понятно. Я на конфликтологу учусь. На конфликтологу? С кем? С нами конфликтовать? Нет, я с вами не конфликтую, стараюсь. Так, число подпись какое? 9. 09. 06. 17. Шифровка. Пропорол, крестьянская кожа. Так, ручка. Так, ну что, сейчас переставите машинку тогда. А? Не надо, ее видно хорошо. Я не прятал. Ну, я понимаю, что вы не прятали. Я понимаю, что как солнце. Как зовут? Павел Владимирович. Павел Владимирович. Смотри, я вам говорю, когда стоят там, скорость мерят, прячутся. Я вот поставил его, никому не ставил помех, не мешаю. Спокойно машина стоит. И здесь даже для нее был заезд. И раньше был заезд. Здесь раньше пикет был. В курсе? Раньше, наверное, дерева не было. Почему не было? Оно растет давно. Ну, растет-то давно. Раньше тут вообще пост был. Но... Тут нельзя стоять, да. С другой стороны, сейчас я читал недавно. Вот про это вот. Там как бы камеры наказывали, а неправильно. Слышал? Там депутата начали. В общем, какая-то там тема. Под какую-то статью подвести невозможно. А. Ну а тут, смотрите, тут как бы пересечение проезжей частей считается, вот это островок безопасности. А там, смотрите, там огороженный бордюром в правилах, насколько я помню, написано, островок безопасности может быть огорожен бордюром. Нет. Вот в этом случае считается вот это вот островок безопасности. Островка безопасности нет. Это считается, вот это, грубо говоря, будет вот то есть как разделительная полоса идет. Вот это все. Разделительная полоса идет. Она широкая, масляная. Она, как видите, конструктивно выделенная, да, элемент дороги. Ну, это да, тут, да. Да, а здесь обычно разметкой. Вот она здесь вот здесь шире, чем там. Да. Поэтому там, то есть, остановился где? Где остановился? На разделительной полосе. На разделительной полосе, пункт 12.4. Но, однако, вы там видимы максимально, согласитесь. Вам приписано быть максимально видимым. Не максимально, а видимым участником. Нет, максимально. Вот я хожу вот там, то меня видно. Давай со мной. Вас видно. Патрульный автомобиль должен быть максимально. Если вообще не будет. Если вообще не будет, это будет пешее патрулирование. Правильно. Ну. И вот. А если у вас есть патрульный автомобиль, он должен быть максимально видимым. Вот. Машину я не прятал. Оттуда ее видно хорошо. Оттуда-то, оттуда вы никого не тормозите. И отсюда видно хорошо.
Ну, короче, не будете переставлять? Нет. Давайте писать. Ну, теперь сам пиши, пойду работать. Давайте, пишите. Не хотите переставлять, пишите. Я не буду еще переставлять. Ну, не хотите, пишите. Я вам говорю, как по закону есть. Как по 186 приказу. Да, есть. Правильно. Так я ее не прятал. Вот, здесь ничего нету, смотрите. Максимально видимо, вы понимаете? Не максимально, а видно машины. Максимально видимо. Я могу даже считать сейчас пункт. Нет, если хотите. Не надо читать. Понимаете? Не читать не надо. Ну, это же есть гражданское общество, это взаимодействие полиции с обществом. Я чувствую, не взаимодействую. Вот. Взаимодействуете. Ну, а в чем тогда проблема? Вот, все правильно. Ну, вы сейчас переставите машину, я просто не хочу на вас жалобы писать. Зачем мне жалобы писать? Вот мне, смотри, честно говоря, я поставил ее там, где безопаснее. И для меня, и для водителей. Согласись, я сюда вот зашел с ним, здесь безопаснее, чем там ему стоять. Так возможно, нет? Возможно. А это, там вас видно, извините, середина моста. А вот инспектор, не видно середины моста? Не видно? Видно, да? Слышно? Видно инспектора. Видно. Вон оттуда видно. Видно, скоро. Он не буду, прячется видно. Никуда. Видно. И я хожу вот там, я не прячусь, скажу, меня видно хорошо. Видно. А потом я ушел сюда в безопасное место. Конкретно безопасное, самое безопасное. Видно, место скоро не буду. Вот и по всем проблема. Но. Я здесь ничего не нарушаю, я про патрульный автомобиль. В 186 приказе написано про патрульный автомобиль. Он должен быть максимально видимым. Вы останавливаете транспортные средства оттуда и оттуда, правильно? Потоки. Ну и, вот. И что, они его не видят? Машины мои останавливают? Блин, я увидел вас, вот вижу постоянно, вот только вот тут, за этим деревом. И все. Вы понимаете то, что это не максимальная видимость? Максимальная видимость там. Что нужно сделать? Дерево спилить. Ну, либо дерево пилить, да. Просто смотрите, в чем соль-то. Видите, он сейчас остановил трассное средство. Как раз на это самое, на пересечении проезжих частей. Вот. А я вот здесь стою. Вот, да, да. Смотрите, да. Пожалуйста, правильно? Если я буду стоять там на середине, я вот этот вес не контролирую. Вы а можете тут стоять. А я здесь контролирую и там, и тут. И вот стою, работаю. Так вот, смотрите, о чем я говорю-то. О том, что вы можете там остановить трассное средство, если обозначите их и себя, соответственно, маячками или там конусами. Конусами, кстати, не знаю, зачем вы обозначаете. Маячки достаточно включить. О. Работать, а аккумулятор не работает? У вас вечная проблема почему-то включать маячки. Я не понимаю, почему. Ну, видимо, потому что у вас аккумуляторы садятся. Нет, а он, конечно, сядет аккумулятор. 15 минут, и он сядет. Ну, надо, значит, писать рапорты, чтобы вам нормальные аккумуляторы поставили. Или дополнительные аккумуляторы. Три поставить, все равно сядет. Даже не работает сейчас, не будет. Маяки. Когда машина заглушена, он не работает. Они как сверкнут, что только при зажигании включен работает. Значит, она всегда должна это самое работать. Работает машина тогда? Да. Не, ну а как, если маячки не работают? Ну, допустим, вы стоите, дежурите с нарушением ПДД. Вот. Вы можете отступать от ПДД, соответственно, пункт 3.1, да? С включенными проблесковыми маячками. Ну а как, вы что ли, каждые 15 минут их будете выключать, что ли? Полностью огораживаю себя, ты оградил себя и все. Вот. Ответь мне на вопрос. Конусы есть правила дорожного движения? Есть разъяснение, что можно. Сами себя разъяснение в правилах? Что-то ну, я вот, не читал. Смотри, например, огораживают, идут дорожные работы, да, если огораживают, нет маячков, а копают. А я граница, как конусами. Нет, там должен быть включен маячок желтого цвета, и там только при каких-то условиях. Вот. В общем, ладно, вы будете передавать дежурную часть обращения? Здесь, сейчас мне командир приедет, я ему отдам, он везет ее. А. Просто нет. Павел, да? Да. Можно просто? Павел, давайте. Ничего страшного, да? Ничего страшного. Все, давай. Я передам. Хорошо. Машину переставьте, пожалуйста. Давай не будем, я не хочу. Честно.
Здесь, ну, что же, как бы, здесь конкретно спорная ситуация. Здесь она, территория поста моего. Я ее никуда бы не загнал ее, вон туда, вон вообще ее, правильно? Это у вас есть со мной? Стоит она вот прям, никому она не мешает, не создает помех. Я никому не мешаю, помех не создаю. Видно меня прекрасно. Я хожу, не прячусь, ничего. Но она не максимально видна. Ладно, давайте тогда урегулируем этот спор так. Я сейчас сфотографирую оттуда. Оттуда. С регистратора у меня есть уже. Ваше начальство будет разбираться. Где вам лучше ставить, и тогда оно вам скажет. Идет? Хорошо, давай. Ну просто мне не хотелось бы писать, я но... Я с тобой не хочу ругаться. Честно. Ладно, я с вами не тоже хочу, не хочу ругаться. Не хочу. Ну, если стоит. Вот тут есть место для нее выбрано. Видите? Хорошо. Стоит. Ну, либо ваше начальство может решить, не знаю, там, дать какое-то указание, чтобы спилили это дерево, действительно. Дерево спилить никто не будет, согласен? Ну, тут тоже сложно. Дерево на насаждение. Да, нужно придется сажать дерево взамен, да. Такое же большое. Да, покупать его. Это на Тверской улице вам посадили 109 деревьев по 30 тысяч рублей. По 300? По 300, хотя рыночная стоимость 30. Ладно, не буду вас отвлекать. Ладно, давай, папа. До свидания. Удачи. И вам. Так. Че, пошляемся тут. Фотографирую. Как инспектора стоят. Их даже отсюда нифига не видно. Их даже отсюда вообще не видно. Вот так, сейчас отойдем. А вот ту часть, ту полосу, видите вот ту, разделительную, видно. Видно ее вот аж отсюда. Метров за 100, наверное, полицейских не видно. А должно быть видно максимально, видимо. Видно их даже будет вот оттуда. Ну ладно, я думаю, что начальство разберется. Не хотел на них писать. Ну ладно.